Так, смотрим финал. 60 килограмм. Турция, Россия. Парень, видно, молодой, но парень занимается спортом, потому что видно, что все-таки финал так просто не заходит. Да, очень жестко, конечно, это все. Но надо посмотреть, что и как. Смотри. Немножко странно смотрится. Ох, какая реакция. Рукой еще двигает. Немного в шоке. Это реально шок, когда вот ломается рука. Так, так, что-то говорит, что-то все нормально. Но в самом шоке реально прибывает. Судья аж отпрыгнул, видели? Блин, смотрите, как испугался. Самое интересное, что парень, ну, финал. Со стороны финала стоит. Бам, и все. Не плечевая, именно не плечевая была сломана. Обычно плечо ломается, но тут, видите, тут именно в предплечье. Все собрались, все переживают. Если вы не знаете, в начале самых соревнований, в самом начале, девочка тоже руку сломала, но это не было на видео. Самый первый поединок, это суп джуниору, вроде, если не ошибаюсь. Девочка тоже сломала. Смотрите, турки сидят и переживают, просто офигевают. Это реально страшно. И что и как? Пишите в комментариях. Обсуждают уже. Женщина посередине, смотрите, взгляд какой. Все, ну, это реально на всех воздействует соревнование. Ну, потом забывается, как бы уже лучше. Хорошо, похлопали, уводит его. Интересно, причина всех переломов. Это, вроде бы и положения не было как бы опасного, но как бы может и быть, что там плечо, он повел туда, установка его была, видеть в сторону, и немного так на излом было, как бы.